Депутаты законодательного собрания Иркутской области почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Цветы к мемориалу ⁇ Вечный огонь ⁇ накануне 75-летия победы возложили председатель парламента Александр Ведерников, вице-спикеры. Кузьма Алдаров и Лариса Егорова, а также другие депутаты. В своей речи Александр Ведерников подчеркнул важность национального единства. Во время войны представители разных конфессий объединились ради победы. Особые слова признательности депутаты выразили ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, подарившим современным поколениям право на мирную жизнь.